Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме. Короче, Склифосовский. Передача Склифосовского. Я так подумал, если вот этот кусок условно назвать дворянское гнездо, сделать а-ля конец 19-го, начало 20 века, типа Чехова вишневый сад. Вот это поляна, там посадить груша, яблони, абрикос, дикие, которые цветут весной, посадить шиповники, сделать такие вазоны из деревянных вот этих пустых стволов, чтобы цветы были. Дорожки. Такие. Дорожки. Вот это вот получается купальня Копанка, да? Дача Склифосовского. Такая историческая зона. Можно даже сделать такие скамеечки декоративные, уже не такого ландшафтного вида, а чуть более цивилизованные. Вот тут вот пойдет вот этот ручеек, сделать тут сруб небольшой, чтобы можно было воды набрать. И он пошел вот туда вот. То есть вот это сделать зону, слева же называется участок Кавказ. Да-да-да. А тут сделать Альпийскую горку, назвать дворянское. Да, здесь, если вот то привести как дача Склифосовского конец 19-го, начало 20 века, то и тут оправдана логика такой сделать оккультуренная зона парковая. Классно было. Вот она. Дача Склифосовского с Новободом. Виходить, що Склифосовський дивився телебачення по супутнику.